Итак, парни, всем привет! Долгожданное видео на самом деле. Тест в линзах, аж 7. Лампочки замечательные, ребят. Вот сюда мы ее будем вставлять. Для чего все замотано вот такой вот фигней, полиэтиленом? Для того, чтобы вовнутрь самой линзы не летел пыль, грязь и прочая всякая невзгода, чтобы внутри линза всегда оставалась чистой. Поэтому здесь скотчиком подмотали, приклеили. Здесь отверстие, то есть чтобы линза всегда оставалась чистой, друзья, чтобы внутри не было пыли. Поэтому она идеальна, и вот в ней сегодня будем снимать. Что же сегодня хочется показать вам? Почему я говорю долгожданный? Потому что вы давно просили, друзья. И в рефлекторе мы сравнивали эти две лампы, а вот в линзах, к сожалению, пока не удалось. И, в принципе, результаты очень даже порадовали, ребят, что касаемо рефлектора. Итак, Yoton Light 4300K, H7 цоколь, друзья. Вот такая вот лампочка. Вы ее уже видели неоднократно. И я вам обещал ее сравнить с Довкнайом К4C, ребят. Вот с такой вот лампой, с обновленной, с новой, соответственно, все это вы уже видели. Я вам уже показывал, мы их сравнивали, что абсолютно две разные лампы. Единственные драйвера очень похожи и контактная группа, вот фишечка H7. А все остальное вот ну как-то прям по-разному. Соответственно, Довкнай помощнее, поинтереснее, Yoton попроще. Поэтому пихнем сегодня в линзу, посмотрим эти две лампы, то есть стоит ли Yoton рассматривать вообще в линзу. Хотя вот Bravio 16 мы частенько ставим людям в линзу, и люди прям довольны. Это, в принципе, должно быть помощней. Хотя по всем показателям та же самая Bravio 16. Это, понятное дело, мощь, кайф, здорово, классно, ребят. Теплый белый цвет, теплый. Вот это пожелтей должно быть, это потеплее. Мы это уже видели из рефлекторного теста. Плюс-минус то же самое. Но, ребят, хочется сравнить именно в линзе. То есть и сказать, стоит ли рассматривать эту в линзу. Это точно стоит, а вот эту стоит ли, пока непонятно, поэтому попробуем, посмотрим, снимем, и естественно все вы увидите сегодня. Погнали, ребят. Итак, что у нас там, Денис? Да, Yoton Light, друзья, Yoton Light. Давайте же посмотрим ее. Мне кажется, надо, Денчик, перевернуть проводом вниз. Вот есть у меня такое ощущение, потому что как-то тускло. Вот смотри, сразу горячее пятно какое появилось, да? Давай сначала куда-нибудь туда направим. Итак, друзья, ну мы видим вообще великолепнейшую просто заливку, просто ровнейшая полка, еще чуть-чуть выше, подними, стой, вот, освещенность просто отличная, горячее пятно, космос, ровная полка, света много, туда, Денчик. Итак, друзья, ну выше, поднимай, вот, еще чуть-чуть, вот, полочку, чтобы видно было, прям вообще отлично. Прям, друзья, можно, Yoton Light, можно в линзу прям хорошо, прям светит, прям класс. Прям теплый белый цвет, красота, здорово, супер, великолепно, мне очень нравится. И яркость хорошая, ребят, прям очень хорошая яркость. Но это же не все, друзья, сейчас мы поставим Довкнай и сравним. А в чем же преимущество К4C, друзья? Или, может быть, стоит остановиться на Yoton Light и, в принципе, не лезть к Довкнаю, все-таки дороже. Ну, а сейчас посмотрим. Ну что же, теперь Довкнай К4C, друзья. Итак, вот он желтый, прям желтый свет, синяя жопа, драйверочек, плюс-минус. Итак, погнали. О, ребят, подними чуть-чуть повыше, да, покрути чуть-чуть повыше. Полка ровнейшая, цвет более желтый, друзья. Света, ну, в несколько раз больше, в несколько, ребят, вот прям... Если сравнить, то тут прям топ, и он более желтый. Так, направляем туда. О-хо-хо-хо-хо, что еще сказать, Дэн? Вот как твое мнение, давай. Блин, вот так, наверное, огонь, да? Вообще пушка. Вот по так. Сравнению с Yoton'ом, насколько круче? Блин, прям да, в разы. Да. Она и вдалеке прям не особо прям засвет, а вот прям вот середина прям такая. Прям хорошая, кайф, да? Прям вот горячее огонь. Пятно, мощное, ребят, вообще, ровный да. Отсеченный свет. Великолепие. Просто классно, ребят. Прям победа. Так, друзья, ну что хотелось бы сказать в конце. Вы знаете, ну как бы, да, Yoton Light хорошо, да, вопросов нет, но Довкнай, друзья, это прям пушка.
прям пушка-гонка, прям хорошо, друзья. И в этом тесте побеждает... И в этом тесте побеждает Dark Knight, друзья, К4C. Во-первых, цвет более желтый, интересный, прикольный. У Jotun Light он более теплый. Во-вторых, его больше, причем в несколько раз. И ты это видишь вот прям вот воочию, друзья. Это круто. Вот если Jotun светит, да, и будет светить прям круче, чем галоген, это факт. Мы его снимали в рефлекторе, он классный, ребят, он прям реально классный. То Dark Knight прям пушка, прям вообще огонь. Прям, друзья, я заговариваюсь, очень классная тема, очень. Поэтому, если хотите хороший качественный свет, берите Jotun Light. Если хотите максималочку для линзы, да в желтовато-белом свете, Dark Knight в очередной раз поражает. А это были про автолет, друзья, город Воронеж. Мы делаем эти тесты, снимаем специально для вас. С вас лайк, подписка на канал, символ колокольчика. И обязательно напишите комментарий к этому видео, что вы думаете по этой теме. Может быть, мы чего-то не заметили. Но это наша субъективная оценка, и так мы видим в реалии. Ну а что видим, то и рассказываем. Пока, ребят!